Дорогие наши друзья, сегодня к нам из шоу-бизнеса пришла очередная печальная весть о российском актере Александре Дьяченко. Как говорится нам в сообщении, в России на данный момент снимают российский сериал, куда Александр Дьяченко был приглашен в качестве главной роли. Но, как оказалось, Александр Дьяченко от своей роли отказался. И сниматься в этом фильме он не будет. Мы попытались разобраться в данной ситуации, почему все так произошло и почему Александр Дьяченко отказался сниматься в фильме. Как выяснилось, Александр Дьяченко болен и на данный момент находится на лечении за границей. Что же случилось с нашим любимым российским актером, пока не сообщается. Александр Дьяченко также отказался от комментариев, сказал только одно – о том, что все будет хорошо. Родители Александра Дьяченко ничего нам не сообщают, пытаются скрыть всю информацию. Друзья, давайте поддержим любимого актера. Будем надеяться, что ничего страшного не случилось. Подпишемся на наш канал, нажмем на колокольчик, чтобы в следующем выпуске узнать, что же на самом деле случилось с Александром Дьяченко и чем он болен. До скорых встреч, друзья! Наших новых видео.